Всем привет! Привет! Меня зовут Даник. И сегодня мы пришли смотреть, тут что-то про смурфиков будет, да? Да. Как они сюда залезли? А это дверь для смурфиков. Нам выдали вот такие вот шапки. Будешь одевать? Класс! Прикол. И мы заходим. Тут настоящая деревня смурфиков. Открывается дверь? Нет. Не открывается. Давайте посмотрим через окно. И окно тоже не открывается. Еще один домик. Ух ты! Какие цветы классные тут, большие, а? А смотрите, тут вот гусеница с зайчиком скачет. Прикольно. Лавочки. Это для малышей. Тут, наверное, поиграть. Какая классная божья коровка. Грибочки. Еще одна божья коровка. Ребята, тут божья коровка, которая замерзла. Смотрите, она синяя. Какое? Смотрите, дерево. Кто-то живет тут? В дупле кто-то живет? Тук-тук-тук. Класс. Ох ты. А тут что? А тут, тут для того, чтобы порисовали детки. О, какой дядька злой. Идем, Анютка зовет тебя. Там есть мостик, пошли. Вон там. О, какая красота! И колодец тут есть, как настоящий. Здорово! Анюта! Посмотрим, что тут есть еще? Пойдем! А что здесь такое? А тут как смурфиков рисовали, как их придумывали. Обалдеть. Да, это вначале такие гномы были. Здорово. А эта штука вращается? Если посмотреть вот в эту дырочку, то видно, как мультик получается. Видно? Да. Да, ты крутишь внизу, и оно так крутится. Можно смотреть. Он бежит. Он бежит? А здесь настоящий город смурфиков. Ух ты! Ух ты, как классно! Их деревня. Вон там смурфики на пикнике. Вы видели тут смурфики на карусели? Смотри, смурфики на карусели, видишь? Класс. Ух ты! А здесь рынок. Рынок смурфиков. Обалдеть. А здесь поля, что это? Смурфики фермеры? Да. Класс. Они пилят целое дерево. Пилят целое дерево? Да. Где? Вон тут. Мне кажется, они гуляют по нему. Гуляют? А здесь разные сувениры смурфиков. Дяди. Класс. На все смурфики. Вау. Вся коллекция смурфиков. Да? Целая гора смурфиков. Вот это да. И стаканы. И все, все, все. Здорово. Это... Сейчас пойдем дальше смотреть. Да. Пошли.
Вау! А здесь огромные книги, посмотрите. Тут взяли одну книжку и раскрыли, чтобы видно было, да? Какая она в раскрытом состоянии. Агроменская книга. Да, между них можно спрятаться. Даник, где ты? Анютка, привет. Такие огромные. А, класс. И жили они долго и счастливо. Это комикс про смурфиков, да? Самый огромный комикс на свете. Да, пошли. Это огромная чашка с огромной ложкой. А это что такое? Огромный стул с огроменным столом. Дани, куда ты залез? Вау! Привет, ребята! Нет, я думаю, на стол там слишком высоко получится. Привет! Привет! Привет, смурфики! Ну, вы забрались! Ой! Шапка упала! Еще одна. А тут еще столик возле дивана и тумбочки. Но они, правда, нарисованы. Диван и тумбочка. А столик настоящий. Большой. Вот это ведро огромное, да? Это что? Это как настоящий бассейн, ребята. Как бассейн или ванна. Привет! Это кто вас посадил в это ведро? Ку-ку! Тут кто-то есть? Даник, привет! Анюта, ку-ку! Привет! Ой! Ой, вы это видели? Тут ручка поворачивается. Опа! Ку-ку! Привет! Привет! Дарик, я залезла! Ну, в эту чашку мы уже не можем залезть, я думаю. Там слишком глубоко. Поломаем еще реквизиты и что будет потом. Идем посмотрим, что тут еще можно. А, Даник залез в стиральную машинку! Вылезай оттуда. Привет. Вот это да, вот это метла. А это самая большая метла в мире. Огромный тортик покусанный. О, Анютка, это твоя мечта, наверное, да? Огромная пироженка. Даник, ты что, собираешься съесть весь этот капкейк? Всю эту пироженку? Да. Давай. Какая там вишенка, да? Вишенка твоя? Мы в огромной тарелке. Да, в огромной тарелке. Давай руку. Карандаши, которые никогда не заканчиваются. Смотрите, какая норка. Это для смурфиков. Что здесь? А здесь магазин, ребята. Здесь магазин со смурфиками. Все, что связано со смурфиками, можно найти здесь. Обалдеть, сколько их много! Thank you.
пазлы тут есть. Да там дверь уже, на улицу, Анюта. На улицу уже выходить. Но мы еще не хотим выходить пока. Идем еще поиграем. Пошли. Они не заканчиваются, потому что они огроменные. Когда-то закончится. Когда-то, да. Класс. Вау, сейчас классно. А я, смотрите, что я не заметила. Это же кухня. Тут огромный нож и вилка. Анюта нашла огромный телефон. Ух ты, самый огромный телефон в мире, ребята. Позвоним папе. Анюта, куда ты залезла? Ты куда залезла? Даник, ее нужно спасти срочно. Скорее открывай. А здесь есть вход. Тут дырочку прогрызли мышки, да? В стиральной машинке. Она уже не работает как по-настоящему. Смотрите, что я нашла. Огромная розетка. Нельзя! По-настоящему розетки трогать нельзя, да? А давайте найдем еще что-то, что мы еще не находили. Выходите! Скорее! Еще что-то! Где? Пошли, посмотрим. А что есть там? Пойдем посмотрим. Что здесь такое? А здесь будет, наверное, спектакль, ребята. Ух ты! Вы посмотрите, что тут. Тут будет спектакль. Только когда? Тут будут петь для нас смурфики, ребята. Смотрите, там сцена. Пойдем еще посмотрим. Поиграем, порисуем, да? Пошли, Анюта, рисовать. Рисовать. Как они будут для нас петь? А здесь другая сторона. Ух ты! Красота какая. Здесь с другой стороны сцена. Пойдем дальше смотреть. Пойдем, Анюта. Обязательно нужно что-нибудь тут разукрашивать, да? Зубы красного цвета. Необычно. Даник, что ты принес? Ты поймал бабочку? Ух ты! Бабочка собирает нектар, да? А смурфики будут кушать вишенки. Зайчик тоже вишенку поест? Ух ты, какие гантели ты нашел! Вау! Да, мышцы качать. Ой, смурфики тоже мышцы качают, да? Оу, бабочка, да. Класс. Анюта, смотри, давай дадим вишенку зайчику, чтобы он покушал. Хрум-хрум-хрум. Кому еще? Хрум-хрум-хрум. Какая дорожка здесь прикольная. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
давайте постучимся. Там есть кто-то? Никого нет? Никто не хочет нам открывать. Мы туда лезем через окно. Смурфика нет дома, да? Да. Не открывает. Какая тень у меня смешная. Ла-ла-ла-ла-ла. Вы прямо под музыку маршируете? Классно, выключили свет и включили нам светомузыку. А Даник пока перекусывает, да? Даник, а пойдем по подушкам полазим, пока никого там нет. Давай. Без спектакль. Пойдем. А там уже полно народу. Мы не успели. Но нам не важно, да? Нам и так классно тут. Классно тут, классно, можно полазить. Видите, сколько я вам еще пуфиков тут принесла. Ну вот и все. Закончилась наша прогулка сегодняшняя по смурфодомикам, да, посмотрели спектакль. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Мы будем рады вас видеть. А мы с вами прощаемся. Пока-пока! Пока там все фотографируются, Даник. Смотри, сколько подушек освободилось. Что можно с ними сделать? Вот вам! Вот вам, Даник! А вот тебе! Нет, меня сейчас подушка запрячет!